Здравствуйте! Сегодня хочу вам предложить интересный рецепт бисквита. Этот бисквит я готовила на утиных яйцах. Процесс приготовления ничем не отличается от стандартного. Сейчас на рынке есть в продаже утиные яйца. Выгода очевидна, потому что они во много раз больше, чем куриные яйца, а по цене где-то на 35% дешевле. Но на утиных яйцах бисквит получается еще вкуснее. Весь секрет в том, что в утиных яйцах желток намного крупнее, чем в куриных яйцах. Ну и логично, если много желтка, бисквит получится во много раз вкуснее. Ну и напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Для бисквита нам нужны вот такие ингредиенты. Перед тем, как готовить тесто, надо включить духовку на 170 градусов. Соединяем в чаше яйца и щепотку соли. Взбиваем яйца где-то на протяжении минутки, чтобы появились вот такие пузырьки. Останавливаемся и теперь добавляем сахар и ванильный сахар. Теперь уже будем долго взбивать в пышную пену. Чтобы яйца хорошо взбились, я рекомендую взбивать до 15 минут. Но это касается только ручного миксера. Если планетарный, то это будет немного быстрее, минут 10. Для тех, кто не знает, хочу сказать, что утиные яйца очень полезные по своему составу. Они немного отличаются по вкусу, белок намного плотнее. Во время взбивания масса у нас будет постепенно увеличиваться. И вот посмотрите, из какой маленькой порции яиц у нас получилась вот такая большая порция пышной массы. Теперь сюда нужно добавить сухие ингредиенты. Соединяем просеянную муку, миндальную муку и разрыхлитель. Вот я прямо в руке смешиваю все лопаткой. И сейчас будем добавлять постепенно. Я это разделила на 4 этапа. Подсыпаем вот сверху муку, аккуратненько небольшую порцию и смешиваем. В этот раз я смешиваю венчиком, но можно брать также лопатку. Некоторые кондитеры утверждают, что смешивать нужно только лопаткой, но лично, как для меня, нет никакой разницы. Все равно получается замечательный бисквит. Если у вас нету миндальной муки, эту порцию можно заменить на обычную муку 20 грамм. Вот этот процесс затягивать не нужно. Нужно постараться как можно быстрее, чтобы белки не осаживались и чтобы бисквит у нас получился действительно пышным и воздушным. Желательно сухие ингредиенты добавить на протяжении 40-50 секунд, до минуты, скажем так. Выливаем тесто в форму, застеленную пергаментом. Форма у меня 20 сантиметров и высотой 8,5 сантиметров. Все ставим выпекаться в разогретую духовку 170 градусов на 35 минут. Готовый бисквит накрываем полотенцем и оставляем остудиться. Мой бисквит простоял практически целую ночь. Вот с утра его решила разрезать и посмотреть, как он внутри. Тонким ножом вырезаем бисквит из формы и снимаем дно и пергамент. Ну и сейчас покажу, как я его нарезала. Я нарезала обычным ножом. Тем не менее, бисквит спокойно разрезала на 4 части, по 2 сантиметра каждая. Ну вот, пожалуйста, необычайно такой вкусный аромат от этого бисквита исходит. Пахнет сливками и ванилью, вот такой вкусный аромат. Бисквит мягкий такой, эластичный. Что немаловажно, он не сильно крошится. К этому бисквиту можно использовать абсолютно разные крема и собирать тортик. Ну, вроде как бы все рассказала. Если что-то пропустила, пишите об этом в комментариях. Настоятельно рекомендую попробовать вот этот рецепт. Действительно получается очень вкусно. Увидимся в следующих выпусках. Всем до свидания, всего хорошего.